Где и как проголосовать за поправки к Конституции России 1 июля? Какие изменения ждут нас? В Люберцах ответы на эти вопросы можно получить ежедневно. В округе волонтеры информируют жителей об общероссийском голосовании. Где можно подробнее ознакомиться с поправками в Конституцию? Смотрите, подробнее вы можете ознакомиться на наших буклетах или же на сайте mayakonstitutsiya.rf. Волонтер Конституции. Теперь это звание в Люберцах гордо носят 80 человек. К обязанностям добровольцев, помимо доставки масок и продуктовых наборов нуждающимся, добавилась еще одна, особенно важная. Каждый день, то есть выходные, будни, мы стоим на пикетах, так называемых, на своих точках, куда каждый человек, каждый посетитель торгового центра, каждый желающий может подойти, задать какие-то свои вопросы. Кто-то приходит с положительными какими-то словами, кто-то с отрицательными. Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. К любым вопросам готовы волонтеры Конституции. Все они прошли специальное обучение. Добровольцев, знающих о голосовании 1 июля, все можно встретить в торговых центрах и на улицах Люберец. Каждый день с 4 до 8 вечера в будни с 11 до 8 у нас стоят молодогвардейцы, волонтеры Победы, молодежный парламент при Совете депутатов. А так у нас голосование начинается с 25 числа по месту расположения УИКов. Вот, и, соответственно, 1 числа будет основной день голосования. Где можно проголосовать? Может ли прописка повлиять на место голосования? Жители и волонтеры информируют о грядущем голосовании, о внесении поправок в Конституцию России. В помощь интересующимся – буклеты и сайт mayakonstitutsiya.rf. У нас мы такую маленькую небольшую методичку сделали, что значит 6 дней голосовать, как все можно пройти и так далее, потому что люди чуть-чуть не понимают. О своей работе волонтеры Конституции рассказали главе округа. Во время встречи с Владимиром Ружицким люберецкие добровольцы поговорили о процедуре голосования и о Конституции в целом. Я вам скажу, любым документом всех устроить почти невозможно. Это нормально, у каждого свое мнение. Информировать люберчан о грядущем голосовании волонтеры Конституции продолжат до 1 июля. Анна Троян, Петр Пономаренко и Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.